Всем привет! Сегодня я вам хочу показать моих новых лошадок-шляях. Сразу хочу извиниться за качество съемки, потому что у меня сломался штатив. Но не будем об этом, давайте же начнем. Первый — это конь, которого я точно не знаю, какая порода и какого он года. У него очень оригинальная кличка, потому что его зовут Вихрь. Он достаточно молодой, ему 6 лет. Мне очень понравилась его поза и масть. На самом деле я очень люблю пегих лошадей. Вот такой вот красавчик. Следом идет жеребенок, насколько я помню, андалузской породы. У нее очень красивая масть. И мне кажется, самая сложная кличка из всех лошадей – Эврисфина. А так ее можно называть Эври. Она очень красивая и очень грациозная. Сейчас ей год. Она очень дружелюбная, добрая и очень любит играть, как и другие же ребята. На этом все. Кому понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока!